плоские, как камбала, морской орел, ищет укрытие от могучей касатки на отмели. Все еще голодная после своей последней добычи стая, включая молодую касатку-стажера с половинкой плавника, преследует морского орла в опасной близости к берегу. Скат в ловушке. И касатки просто помогают друг другу. Но они в смертельной опасности у берега. Главная задача теперь — уйти на глубоководье, не будучи ужаленным ядовитым шипом морского орла. Скат делает все, чтобы спастись. Даже пытается выпрыгнуть из воды. Но ловкая касатка перехватывает его и швыряет в воздух. Такую технику охоты еще не приходилось видеть ни у одной популяции касаток. Они преследуют ската под водой. И один из охотников мог бы нанести смертельный укус. Но умная касатка не хочет этого делать под угрозой удара шипом. И скат свободен. Но ненадолго. Он смертельно ранен. Его крыло измочалено острыми, как бритва, зубами касатки. Даже здоровый морской орел с его скоростью не более 48 км в час не смог бы уплыть от касаток. У этого ската нет шансов. А молодой стажер горит желанием присоединиться к охоте. Команда легко перехватывает беспомощное животное и рвет его. И, наконец, когда скат уже не представляет угрозы касаткам, взрослые зависают и позволяют молодой самке поохотиться одной. Она делает в точности то, чему ее учили. Она берет лучшую часть, печень, избегая при этом головы и хвоста. Но скат теперь никому не опасен. И взрослые отправляются на поиски новой мишени.